Здравствуйте! Представляю вашему вниманию обзор новостей спорта. «Молот» при Каме завершил самую затяжную выездную серию в текущем сезоне. 7 матчей кряду наша команда провела на чужих аренах. Заключительной в этом продолжительном турне стала игра в Нефтекамске против местного «Тороса». Набрать очки пермякам не удалось. Соперник был заметно сильнее – 6-2. У «Молота» отличились Волков и Дубовицкий. Одни хотели и могли в лице «Тороса», другие не хотели и не могли. Вот из этих 7 игр... За две игры стыдно с Ижевском и сегодня. До этого 5 игр не уступали ничем сопернику. Но все игры проиграли в одну шайбу. Реабилитироваться перед болельщиками «Молот» сможет 9 октября. На своем льду он сыграет с казанским «Барсом». Триумфальное выступление в Париже. Пермские пейнтболисты в приподнятом настроении вернулись из столицы Франции. Там, как мы уже сообщали, проходило первенство мира среди юношей не старше 19 лет. Российская сборная, в составе которой было 2 представителя нашего региона, навела шороху и не оставила соперникам никаких шансов. Мы боролись с французами в финале. Мы сначала выиграли один поинт, потом два раза проиграли поинт, 2 поинта проиграли. И взяли 3 поинта, после которых закончилось время, и мы выиграли этот чемпионат мира. Сражались до конца. Нам была охота выиграть это. С наградами из Татарстана прикамские дзюдоисты не с пустыми руками вернулись с всероссийского турнира, который проходил в Набережных Челнах. Соревновались юноши не старше 14 лет. Золото взял Никита Тимашов в категории 73 килограмма. А 2 человека завоевали бронзу. Кирилл Кугуелов в весе 42 килограмма, а Матвей Смирнов в категории 60 килограммов. Все 3 воспитанники Кунгурской спортшколы. У меня на этом все. Ждем развития спортивных событий.